Всем привет! Но автотюн. В общем, вы попали на шоу «Отгадай лицо в коробке». Сегодня блогеры примут участие в суперэксперименте. Они постараются отгадать девушек и сопоставить их лица с телом. Обязательно смотрите до конца. Будет жарко! Ребят, интересно, если каждый из вас нажмет кнопку подписаться, сколько у нас станет подписчиков? В первом раунде женщины будут молчать. И 100 бан должен будет по своим ощущениям расставить лица. Так, у нас 5 лиц, которые мы будем расклеивать. Да, но он сказал, что это очень будет сложно, потому что он сказал им надеть перчатки всем. Это ебнуто зарешало. Это ебнуто сейчас решает. Стой! Эй! Стоять! Говнюк! Время пошло. Не, ну она по росту не подходит. Ну ты хочешь примерить по росту? Похоже, похоже же, да? Да, они очень похожи. О! Ну... А мы вообще так не... Так она еще и в той одежде. Блядь. Красавчик, Данон. Придержите коробку. Пожалуйста. Ой, я все увидел. Спасибо большое. Домой. Самый редкий минус. Вот. Следующее. Покажи зрителям. Легкий читинг. Анчик, ну то это супер. Я не знаю, тут нужна помощь. Не, супер изи. Четвертая. Да я не подсказываю. Четвертая? Так мы в команде. Ты же видишь и зарешаешь. Она в той же одежде, да? Она на фотке голая. Голая. Тут нет голой. Так они фоткались давно. Они это все голые. Это СВК фотки. Старые фотки, Ачин. Самый тупой раунд, когда я должен рандомно расклеить, а вы потом за меня подметаете. Ну покинь, какой ты сигма будешь, если ты угадаешь всех пятерых. Да, реально. С первого раза. Опа, вот так вот. Как же Анчик не будет контр? Ой-ой-ой-ой. Это очевидно, у кого рост маленький самый. Как вы определили? Из-за того, что фотка маленькая, типа? Да. Фотка конвертировалась просто. Ну ладно, окей. Ой, а тут кто-то близнецы, Анчик, они приклеились. Близнецы, ну давай, ничего страшного. Анчик, покажи фотки. У тебя самый ответственный сейчас раунд. Туда. Тут все понятно. Тебя еще есть? Что все понятно? Ничего. А, понятно, да. Есть минута. Вот так, да? А если я сейчас... Ну, да, так. Ты ебать подходит. Нет. Он уже, кажется, что-то напутал. И чё, и вы говорили, это ебануто легко. Вот вы сейчас понимаете все, что как переставить? Не нужно переставить, он все правильно. Вот если бы не было перчаток. Спасибо за просмотр. Я все угадал. Я выиграл. Так, ты выбрал. Пожалуйста. Ну что ж вы без лица-то? Вот так вот. Домой. Теряю лицо. Ах, запрещено было говорить. Какая разница? Шоу закончилось. Так, Анчик справился за 2 минуты 40. Можешь, пожалуйста, сфоткать, как все стоят, чтобы потом мы замерили и узнали? Сейчас я задам каждой из девушек вопросы. Сколько им лет? То есть каждый по очереди... А, блядь. Все, у тебя 3 минуты пошло, давай. Yes. Уже? Да. Ролик за 15 минут. Так, первая... Куда она смотрит? Первая девушка... Первая девушка... Почему? Да как мне обратиться? Первая девушка... В черном. Да, ты. Сколько тебе лет? 16. Да я же говорю, очевидно. Ага. А вторая девушка в джинсах? 18. Угу. Так. А третья девушка? 30. Угу. А четвертая девушка? 22. Ага. И последняя девушка? 20. Угу. Вот это и и что это дает, блядь? Вот это да. Это и запуталось. 16, 18, 30, 22, 20. Верно? Чё смешно? Стучи по коробке и спрашивай возраст. Спрашивай. Ну, если чей-то назвал возраст неправильно, скажите да или не. Бля, Определи, короче, на звук, как арбуз. У тебя полторы минуты. Как арбуз стучат. Так, ну я запомнил. 30 лет. Почему она туда смотрит? Домой. Нет! Хотя, кто знает. Извиняюсь. Ты на место повесил обратно. Домой. Ты не изменил ничего. Извини. Постучи. Нет. Тебя без имени. 40 секунд у меня еще. Быстрей. Домой.
Извини. Но я почему-то думаю, что вот это неправильно. Какая последняя? Надо центральную свапнуть с правой. А то, что она в той же одежде. Центральную с самой правой. Нет, чуваки, домой. Извини. Зачем ты это сделал? Ой, да. Такой камень, блядь. Она в той же самой одежде, что на фото. Время. Ладно, Ярик завершает в последнем раунде. Да, блядь, это вам легко, когда сидишь. Вы встанете, вы офигеете. Вот тебе что, легко будет. Вы встанете, вы офигеете. Вы раунд окончен. Но я считаю, что это так, и могу сказать, почему я так считаю. Ну. Давай. Потому что они поменялись майками, пока там... О, кстати. Первая девушка, можете чуть правее повернуться? Левее. Правее. Для вас левее. Правее. Нет, правее. Правее. Нет, покрутиться правее. Во. Нет. Ну что, объясняй, почему ты поменялась. Потому что у них майка... Потому что они сговорились и поменялись, типа, или что? Если бы не было перчаток, я отвечаю, я бы и вообще... Она сказала, что она 30? Да. Не выглядит на 30 или что-то? Нет, ну типа... Нет, я в своем раунде это сделал. Типа, ты жадный человек. Саныч, погнали. Каждая о себе рассказывает, без вопросов, просто. Можете про себя рассказать, пожалуйста? Да. Меня зовут Тая, мне 16. Стоп, как? Тая. Тая? Кая? Т. Тая. Минус вайб. Тая, я танцую. Много. Окей. Девушка номер два. Меня зовут Олеся. Я профессиональная модель и учусь. Кто профессиональный? Модель. Модель. Ну, очевидно. Модель. Номер три. Меня зовут Ангелина, мне 30. Я люблю поспать, поесть. Вот, ну, в выходные могу сходить на йогу. Если есть настроение. Что, поменять хотите? Сорский. Как бы вы сейчас офигели, если они специально поменяли с одеждой все? Девушка номер 4. Всем привет, меня зовут Наталья, 22 года. Я учусь в Государственном университете туризма и сервиса. Ну и в свободное время люблю заниматься спортом. И последний вариант. Всем девушка привет, меня зовут Алина, я учусь на организатора мероприятий, люблю танцевать и Егора Крида. Под Егора Крида? А, любите Егора Крида? Как будто выглядит как фанат Егора Крида. Да. 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 А можете напеть какую-нибудь песню Егора Крида? Это девочка с картинки, мне так нравится на волосах ее резинки. Это она 100%. 100%. Спасибо, что не поменяли майку с фото. Получается, Анчик сразу все угадал. Тогда, да. Реально? Не, он не отгадал. То есть Дилблин не зарешает? Не. Вы неправильно сделали, пацан. Че, Сань, ты определился? Ну тут, блядь. У нее вот тут волосы видны. Слушай, ну перчатки реально, с перчатками тяжело. Вот тут очевидно, типа, да? Вот тут реально очевидно. Но вот здесь... Тут очевидно. Эй, Дилблин! Тут просто тоже есть. Дилблин наглеет? Дилблин, сиди. Пока, у меня нету правого голоса пока. Слышь, Ярик, тут просто, я уверен, на 1000% тоже просак есть. Это, понимаете, тут не моя вина. Ну а тут, вот, майка. Бля, тут вообще непонятно. Но перчатки с перчатками сложнее намного. Нет, я говорю, перчатки это ебануто усложняют. Типа я не ровка. Ну я не знаю, не уверен, конечно, но думаю, что 100%. Не знаю, но девушка не выглядит на 30 лет, я скажу так. Тут модель, понятно, вот она высокая, и у нее видно, у нее шея длинная. У меня, кстати, тоже длинная шея. А? Че? Ты че, дурак? Вот. Тут девушка видно. Я понял. Тут видно, девушка учится в университете. Ну, понятно. А тут любит Егор Крида. В глазах видно, вон прям. Ну да. Егор Крид. Ну да. Вот же Будда Егор Крид. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же я не успел. Ох, я Ярику придется зарешать. Не, ну Анчик красава, он с первого раза угадал сразу 100%. Сегодня я вам покажу рюкзак от компании XD Design, который из-за своих компактных размеров особенно будет актуален на весну, когда хочется ходить налегке и брать с собой только самое нужное. Bobby Slim – это однолямочный рюкзак объемом 4 литра. Он выглядит стильно, подойдет как для парней, так и для девушек. Рюкзак имеет традиционный для XD Design функционал. Есть защита от воришек, нет внешних карманов.
Молнии скрыты, есть защита от порезов. На внешней поверхности и нижней части рюкзака водоотталкивающий материал. Есть светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток. Благодаря уникальной конструкции рюкзак можно носить как спереди, так и сзади. В основном отделении есть панель-органайзер. Внутри есть отдельный карман для банковских карт и документов. Мягкий карман для планшета оберегает гаджет от повреждений и дополнен фиксатором. В этот карман входит планшет, диагональ которого составляет 9,7 дюймов. Внутри имеется ключница с фастекс застежкой. Снаружи традиционно есть USB-порт для зарядки гаджетов. Он спрятан от прямого попадания влаги. На ремне есть надежная фастекс застежка с тройной защитой от случайного открытия. Остерегайтесь подделок! Покупать рюкзаки и сумки XD Design рекомендую у официального представителя в России в интернет-магазине xddesign.ru. На сайте сейчас действуют праздничные скидки 20% на все модели рюкзаков. По промокоду АСФАЛЬТ 2 недели будет действовать дополнительная скидка 25% от цены на сайте на все. Успели? Кстати, скоро 8 марта, и практичный городской рюкзак мог бы стать отличным подарком. Переходите по ссылке под видео и выбирайте рюкзак для себя или подарок близким. Бля, пацаны, во-первых, вы неправильно размышляете. Знаете почему? Не хочу никого обидеть, но... Ярик, тебе трогать можно? Нет. Не хочу никого обидеть, потому что... Нюхать. Вот здесь я бы свапнул вот этих девушек. Почему? У тебя есть друг мой, 3 минуты. Друг мой есть 6 минут. Во-первых, у тебя есть 2 минуты. Почему я хочу свапнуть девушек? Во-первых. Это ошибка роковая. Не роковая. 22. Сравните. 3. А, то есть ты по вот этому судишь, да? То есть ты эйджист? То есть ты судишь по вот такому? Блин, так-то да, я эйджист. И, дружок, у тебя 3 минуты, и ты можешь вопросы каждый задавать. И если что, Дил, блин, зарешает. Давай. Поехали. Слушай, а ты знаешь, что такие хозяева? Да. Понятно. Охуенно. Была ли ты в Корее или в Вьетнаме, девушка номер 2? Нет. В Азии где-нибудь? Да. У вас был кризис среднего возраста? Каждый год. Бля, понятно. Легчайше. Я решил, это очень странно, понял, так стоять. Извините, а чем вы занимаетесь? Я еще пока учусь, пока ничем. Понятно. Видишь, девушка по центру, видно, что она уже умеет. Есть один вопрос вам, девушка номер 5. Хорошо, слушаю. Я вам строчку, вы поете. Я не умею петь. А как ты хотел определить по такому? У меня большой вопрос. Тебе нужно вопрос. По внешности как-то. У вас я услышал голос. У вас нож картошка или не картошка? Вот. А, да, да, да. Но это, бля, грубо ты че? Смотри внешность и спроси, например. Так они не будут отвечать про внешность. Какого цвета у вас глаза? Извините, у вас есть розово-сладкий свитер? Знаете, с таким воротничком на шее, девушка номер 4. Какой свитер? Не такой розовый или такой. У него еще вот на шее полоски такие вертикальные. Не припомню такой в моем гардеробе. Вроде бы есть такой свитер. Девушка номер 3, у вас есть какой-нибудь такой, ну, вот вы сейчас в черном, и у вас на плечи, как называется? Жилетка. Жилетка, может, черная какая-то есть у вас? Ну, вообще, я люблю черный цвет, да, наверное. Ну да, она любит черный. Бля, ну тут все понятно, реально. Все так и осталось? Я меняю. Так, тут спроси, тут спроси. Дил, блин, как я делаю? Что ты делаешь? Что ты хочешь делать? Он себе хочет. Не, Дил, блин, сейчас заруидит. Дил, блин, можешь поцеловать. Дил, блин, меняй 4-ю и 5-ю. Бля, я бы свапнул. Но вот эта подсказка очень сильно. А ты понимаешь, что фото может быть сделано, ну, не кабриолет в этом году? Кабриолет открыт чуть-чуть. У кабриолета крыша открылась, и там палево. Ярик, так и скажи, что ты не хотел менять местами. Дил, блин, просто хотел, типа, зарешал сделать. Нет. Бля, как же? Ярик, что ты делаешь? Это зачем? Ошибка. Нет. Ошибка. И у Дил, блин, вышло время. И все, и у нас одна девушка без лица вообще. Просто чекайте, вы же, ну, сейчас... Что чекаете, что лицо? Вы сейчас охуеете, что я был прав. Садитесь, Дил, блин. О, очень интересно. Очень, да, так очень интересно. Интрига. Ярик, да ты знаешь правильный ответ, ты неправильно специально сделал, чтобы завести. Итак. Давай с очевидных начнем, с первого, со второго. Да, первая девушка, снимите, пожалуйста, коробку. Чикс. Да, мы угадали. Вторая девушка, я думаю, ну, мы тоже угадали. Да, это было очевидно.
Сейчас просто она свое лицо увидит слева от тебя. Какая очевидная еще для вас более? Правая. Самая правая вот. Самая правая, пятый номер. Да, вы можете, пожалуйста, снять? Фанатка Глотрида. Бля, как вы сейчас охуеете? То есть я проебал? Кстати, мы правильно поставили? Да, да, правильно. Они похожи. Номер три. Давай. А пусть вместе снимают. А, да, снимите давай вместе. Три, четвертый. Раз, два, три. Да, Ярик, ты ослина. Ярик, ты просто зарубил. Четвертый номер можете снять? Проебали. Здравствуйте. Молодец, Ярик. А в итоге кто правильно расставил? Как же я завез контент. Анчик, я и ты. Как же я завез. Нет, я же свайпнул. Я так завез контент. Ты не свайпнул, сделал вид, что ты свайпнул, и ты в итоге так же сделал. А, мы выдали! Нет, нам Ярик все зарубил. Я завез контент. А, мы проебали. Нет, мы-то выиграли, один, блин, проиграл. Я проебал. Ярик. Ну и все. Я хотел завести контент. Ну ладно, Дил, блин, ты завез. А давайте переиграем. По сюжету мы должны были выиграть. Напишите в комментарии, как вот вы думали и как получилось. Без слов вообще. Я просто заруинился. Ну что, это не повод расстраиваться, все же круто прошло. Вам же понравился этот видос, и вы же поставили лайк. Поэтому, ну ладно, возможно, вы дизлайк за Ярика поставили, но все равно. Да, нет. Все хорошо, отлично. Все, всем пока, ребят. Всем пока. Видео просто супер. Ребят, извините, а вы не хотите концовку переснять, как будто типа вы угадали? А, давай, давайте, давай, давайте, давай, давайте, давай, давайте, давайте. Нет, вот, нет. Ну, на самом деле, как бы, если вам нужно для рейтинга, давайте переснимем все. Как мы это сделаем? Давай, давай, давай. Давай. Можете одеть, пожалуйста, обратно? Тут, смотри, там же было, что я типа поменял. А я сейчас такой, блядь, нет, это все-таки не то. И обратно ставлю, мы открываем, и это все то. Так, Ярик, у тебя есть 3 минуты. Ты можешь задавать любые вопросы и, собственно, задавай. Давай, время пошло, Ярик. А вы брюнетка? Я так думал, да. Дил, блин, делай как чувствуешь просто. Плохо, что у него был раунд с вопросами, он просто меняет ход. А сколько вам лет? 18. А Дил, блин, сексуальный? У меня аж лицо съехало. Нет. Нет. Девушки, пожалуйста, сейчас отыграйте нормально. Что... Вот и прошел последний раунд, где Ярик только что расставился по местам. Я думаю, что это верно, парни. Первый номер, пожалуйста, снимите коробку. Ура! Ярик, молодец. Бля, задал первый раунд. Второй номер. Ура! Угадали! Просто легенда. Все, угадали. Четвертый номер. Без молчания. Ой, как это сделал? Как вообще? Это просто потрясающе. Дил, блин, легенда. Просто зарешал. Бля, красавчик. 100 тысяч выиграли, наконец-то. Пока всем. Всем пока. Всем пока. Только никому не говорите, что мы концовку подставной. Кстати, ребята, я, Стопбан, Дилблин и Еляплак едем в ваши города. Челябинск, Пермь, Тюмень, Екатеринбург, Уфа. И, кстати, Москва и Санкт-Петербург. Покупайте билеты по промокоду Асфальт, и вам будет скидка 25%. Ребята, мы там увидимся. Ой, нельзя! Ребята, специально к туру мы подготовили лимитированный мерч, который вы можете приобрести только на концертах. Переходите по ссылке в описании, покупайте билет. И по промокоду АСФАЛЬТ вы получаете 25% скидку на билет. И увидимся.